Торговая марка «Марчук» – это огромный ассортимент полуфабрикатов из мяса. Пельмени, котлеты, тефтели, манты и вареники. Ангарчане полюбили продукцию этой торговой марки за натуральный вкус, богатый выбор и высокое качество. Более того, безопасность и натуральность полуфабрикатов оценили эксперты Центра стандартизации и метрологии Росстандарта в Иркутской области. Здесь указан знак соответствия техническому требованию технического регламента. Есть, что упаковка предназначена для пищевой продукции, способ утилизации указан, условия хранения здесь указаны и срок годности. Все в порядке? Да. Компания постоянно улучшает качество и расширяет ассортимент продукции. Всю производственную работу, начиная от приемки сырья и заканчивая упаковкой, контролирует директор компании Любовь Марчук. Уже в следующем году попробовать полуфабрикаты местного производителя смогут не только ангарчане и жители столицы. В планах открыть дополнительный отдел и тем самым охватить северную часть Иркутской области. На предприятии работает более 200 человек. Каждый работник вкладывает просто душу в то, что он делает. Поэтому мы отвечаем за свое качество, за качество своей продукции. Попробовать продукцию и оценить качество торговой марки «Марчук» может любой желающий. Компания регулярно проводит дегустации. О датах можно узнать на официальном сайте. Своих постоянных и новых покупателей компания поздравляет с наступающими праздниками, а со своей стороны обещает радовать потребителей новинками и приятными ценами. Ирина Шавлюк, Наталья Хмелева. Местное время.